В субботу 26 июня на Одессу обрушился сильный ливень. И больше всего досталось элитному району Аркадия, где в это время выступала Тина Кароль. Несмотря на ливень, фаны певицы пришли на концерт. Однако организаторы мероприятия не подготовили должным образом ни фан-зону, ни сцену для артистки и музыкантов. Так зрителям пришлось мокнуть под дождем, а Тина Кароль была вынуждена выступать под пляжными зонтами. Но хуже всего пришлось музыкантам, поскольку как сцену, так и аппаратуру залило водой. И певица пристыдила руководство клуба прямо перед публикой. Потому что я не могу вам полноценно ни звучать, ни вот эти звончики. Неужели нельзя взять и сделать крышу? Позор. А исполнив 6 песен, певица решила завершить концерт в Одессе. Как объявила она со сцены, все из-за уважения к себе и фанам. Уважаю ваши мысли, уважаю себя, уважаю вас. На этом концерт окончен.